Химки много лет удерживают звание самого спортивного города Подмосковья. У людей, ведущих здоровый образ жизни, есть множество возможностей поддерживать форму. Различные секции, тренажерные залы, футбольные и баскетбольные площадки, памп-треки для экстремалов. Самыми доступными и популярными стали воркауты, расположенные в городских парках. А в такие будние дни здесь очень много народу. И очень много народу с детьми, и дети бегают вот здесь. Где-то катаются, где-то вытягиваются, и всякие упражнения делают, я наблюдаю это. Да. А мне для здоровья, я прихожу только ради своих болячек. И намного облегчение благодаря вот этим турникам. Одна из таких площадок находится в парке имени Льва Толстого. Александр здесь постоянный посетитель. После пробежки обязательно заворачивает размяться на турниках. Стрит-воркаутом занимается уже 15 лет, так что может оценить каждый тренажер и рассказать, как им пользоваться. Здесь есть двойная шведская стенка. Очень полезный, на самом деле, тренажер. Развивает очень хорошо мышцы рук, верхнего пояса, плечевого. А как вот на нее забраться? Даже лестницы никакой нет. Может, покажете? Давайте покажу. Здесь, на самом деле, все просто. Просто прыжком с самой низкой перекладины мы поднимаемся и проходим эту дистанцию. А вот это уже что-то более серьезное, наверное, на силовую какую-то нагрузку, да? Здесь также, да, тренажеры уже идут на силовую нагрузку, но они в то же время все равно облегченные. То есть, если сравнивать с обычными тренажерными залами, в которые мы ходим для того, чтобы тренироваться там, ну, в спортивном зале, там, где с весом, с большими весами, здесь у нас идет, ну, упрощенная версия, мы поднимаем собственный вес, по сути. Собственный вес всегда легче, чем, допустим, поднятие тех же самых штанг, гирь. В 2019 году в Химках открыли почти три десятка воркаут-площадок. Все они оборудованы комплексами тренажеров, брусьев и турников. Всего же в городском округе около полусотни открытых спортивных зон.